23 декабря состоялась 18-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». На повестке дня стояло 11 вопросов. Среди них обсудили принятие муниципалитетом новых полномочий. Теперь определение подрядчиков при закупках администрации поселений находится у района под контролем. Также утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Кроме того, народные избранники утвердили положение о муниципальном контроле. Теперь он коснется особо охраняемых территорий местного значения, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов, обеспечения жилищного контроля на территориях сельских поселений. Также на сессии внесли изменения в местный бюджет 2022 года и на плановый период 2023 и 2024 годов.